хочу играть. Играть так, чтобы зритель думал, что это специально для него. Каждая роль — судьба. Есть только эта жизнь. Страшно. И боюсь, что однажды, сидя на интервью, мне придется вкладывать смысл в бессмысленную работу. Страшно. Но если бы не было страха, тогда зачем искусство? И жизнь, которую я выбрала, была бы не нужна. Кто говорил, что счастье невозможно, потому что есть смерть? И она всегда рядом. К ней сводятся все наши мысли. О смерти мы размышляем как о высоком, духовном. А счастье — это всего лишь мгновение, когда мы отвлекаемся. Ты хочешь говорить о смерти, пребывая в страхе потерять свет? Я хочу играть. Играть так, чтобы зритель думал, что это специально для него. А я хочу, чтобы меня видели. Но они смотрят сквозь меня. Не пытайся кому-то что-то доказать. Если ты не веришь, то никто не поверит. Я это знаю. Хорошая. Ты целеустремленная. Ты знаешь, куда идти. Разреши себе быть такой, какая ты есть. Я больше не хочу быть идеальной. Хочу быть реальной. Может быть, я слишком упряма иногда, слишком не уверена в себе. Но я верю в тебя. Давай уйдем вместе. Страшно.